Друзья, нам поступило сообщение, что на вокзале в Чехове бегает собака, у нее в лапе торчит проволока. Мы приехали на вокзал, обошли весь вокзал, обошли все дома. Вот. И случайно подошли вот к этой елке, потому что здесь рядом сидела собака и виляла хвостом. Мы посмотрели со всех сторон, ничего не видно. А потом решили заглянуть под елку. Сейчас мы ждем еще людей, они подойдут и попробуем собаке помочь, как-то ее взять, чтобы она не убежала, ничего, потому что лапка у нее болит и ей плохо, проволока на лапе есть. Ребят, ну увидеть вот здесь собаку, если бы другая собака не показала нам носом, что там кто-то есть, мы бы прошли мимо. Так, бинт, ошейник приготовили, но нам надо сейчас посмотреть со всех сторон, чтобы собака не убежала. Потому что она запугана, ей больно. Она вот здесь пыталась вылезти. Я поняла. Осторожно, ребят. Трогайте, ей больно. Вытаскиваем. Аккуратно, ребята, осторожно. Молодцы, мальчишки. Все, все, на руки бери сразу, на руки. Осторожно, ребята, осторожно. Так, держи крепче. Быстрее, быстрее, пока нет самой. Раз и сразу внизу, быстро. Скорее, мальчики. Отлично. Так. Отлично. Так, теперь ошейник оденьте, петлю убираем. Так, стойте, меня надо залезть. Стойте, ребята, стойте. Аккуратно, ему просто больно, аккуратно. Так, ребята, ошейник у нас есть? Давайте, ошейник, не бойся, малыш. Так, мы с кобурцами догадались. Проволоку, ребята, вот. Лапка сзади. Сразу везем в стационар, чтобы вытащить проволоку. Ребята, сможете на ручки взять? Ну, все. Блин, всегда завязываем морду близко к носу. Всегда к носу близко. Что вы накручиваете, уже, знаешь что? Когда касается. Так, смотрите, кто вам говорит. Под переднюю лапу. Просто поднимать. И еще, держите крепко. Ошейник соскочит. Шлейку сразу делать. Шлейку сразу. Тише. Аккуратно там это, проволока. Крепче, потому что он кусается, ему больно. Ребят, проволока вот такая огромная, лапка пробита. Так что, так, можешь аккуратненько ее под ручки? Держи крепко. Держи и несем. Тихо. Тише, подожди. Стой, стой, стой. Проволоку больно. Чтобы... Нет, да я вот так сделаю. Чтобы ему не было больно. Так, проволоку закрепим, чтобы не зацепить. А вот теперь аккуратно несем, ребят. Так, как мы несем? Там мы не выйдем? Есть ворота? Калитка.
Здесь мы не обратно, ребят. Все, нам главное до клиники доехать сейчас. Все, и держите крепко за поводочек. Садись вот здесь и держи за поводочек. Садись, залезай. Не, вали, садись сюда. Сади, а за поводочек просто будешь держать. Садись на стул. Так, все, малыш. Все, едем в клинику. На пальце она замотана, сдавила. Просто замотана. Посмотри, тут просто узел. Не видно. Узел. Ближе. Узел. Еще ближе. Да, ближе раскрывается. Да. У нее там именно по пальцу. Просто узел. Рубцы или что-то. Девчонки, пусть давайте обезболим. Смотрит, она очень дергается, бедненькая. Ага. Я думаю, что, скорее всего, он застрял и накрутил, да? Держать лапу, а я... Давай. Ну, такое ощущение, что, да, просто... Давай я отрежу вот эту верхнюю, да, чтобы да, тебе работать удобно, да, было. Да, откуси. Так, подожди. Откроется. Ага, откроется. Давай. Сбоку ее, видишь? Покажи. Силы есть? Ага, ни хрена. Да. Нет? Вали, иди при свой порог, раскуси. Давай, я держу. У Юльки сил нет. Ходим, короче. И тут ушко, и вот тут. Только кожу не трогать. Попробуй не тянуть пустить особо на себя. Ага. Только осторожно, надо по тебе... Все, стоять. Разогнуть. Стоять. Все, слава богу. Дай посмотрю. Нет, там просто перетянут. Там нет ничего? Так, чудо. Как там нормальная розовая лапа. Ну, все-таки все равно к нам едет ребенок. Там ран нет. Оно просто вот как вот это было. Не, это прям капкан. И вот это шурунка. Из такого даже да, не выпустят. Капкан? Да. Обалдеть. Да, это специально петля. Да, это да, для кошек ставят вот такие сволочи. Вот, мы просто отрезали, а там такая... Ага. Вот он, да. Да, это капкан для кошек. Да, такое это ни от чего. Господи, какие уроды, сволочи, а? Ну, разве так можно? Господи. Ну что, ребят, проволоку сняли? Слава богу. Слава богу, травмы большой нет. Все, котик, помочь? Не, не надо. Ты мой хороший.